Всем привет, друзья! Как у вас дела? У нас дела замечательно. Сегодня был замечательный день. Сейчас я хочу снять макияж. И вообще, я сегодня хотела перебрать обувь, но, скорее всего, этого не случится, потому что уже достаточно поздно, пока я здесь возилась со своими делами. Уже время без 20:10 вечера. Представляете? И я, скорее всего, не смогу все успеть. Хотела закончить вот эту вот свою мицеллярку, потому что у меня есть вот такая вот мицеллярка, но здесь неудобная помпа. Я хотела ее перелить вот сюда. И вот уже который день все, до сих пор никак не могу это все закончить. Каролина там читает вместе с Сержем, пока я здесь занята была. Вот так-то. Вот и закончила. Отличненько прям. И поставлю эту мицеллярку в ванную, потому что у меня мицеллярка и здесь стоит, на косметическом столе, и в ванной так удобно. Вот. И буду пользоваться дальше. Еще так немножко перебрала косметику, в общем, между делом. Выбрасываю вот эту сыворотку корейскую, кислотную, которая очень классная прям была. И Вика ею тоже пользовалась, таких у меня всего 3 штуки было. И вот Вики подарила, себя оставила. Вот, закончила, выбрасываю. Потом тушь, относительно недавно ее открыла, новая Make Up For Eva, но она оказалась достаточно сухой. Я ей пару раз попользовалась, не понравилась, поэтому выбрасываю. Хотя тушь сама по себе должна была быть хорошая. Такой от Slick у меня есть блеск, тоже его выбрасываю, цвет мне не подходит. Тушь подсохла, которую я в Корее купила. Бальзам, точнее гель для бровей, тоже выбрасываю. И карандаши какие-то непонятные. А еще крем для рук закончила наконец-то, чокупай корейский, выбрасываю тоже. Классный был, хороший прям крем для рук, мне понравился. И постоянно протираю стол антибактериальными салфетками, потому что я сюда и сумку кладу, и вообще очень часто здесь какие-то вещи у меня, ну то есть я еще и здесь крашусь, обязательно все обеззараживаю салфетками, очень просто вот вытер, выбросил, даже не нужно ничего мыть. Пошла, перебрала все-таки обувь. Ну так, по-быстрому. Особо не примеряла. Там у меня есть осенние сапожки всякие, которые я надевала 1-2 раза, всего лишь покупала. Вот, и не носила. Нужно будет тоже померить, потом посмотреть, если что, все тоже выброшу. И, в общем, на выброс у меня идут вот такие кеды-кроссовки золотистые. Они просто прикольны были тем, что у них светится подошва. И все. Поэтому я их выбрасываю, мне эта светящаяся подошва не нужна. Вот, и буду стирать вот эти кроссовки, остальные кроссовки, короче, я посмотрела, у меня, в принципе, они, оказывается, стираны. Я их стирала весной и, точнее, осенью я их стирала и так и не носила после этого вообще. Потому что я постоянно хожу только в этой обуви, я не знаю, что можно сделать. Вот сколько я себе хорошей обуви тоже накупила, не хочу. Вот в этих удобные и все. Я даже думаю себе такие просто обновить. Вот эти хотела выбросить и купить такие же, просто новые. Ну, сейчас постираю, посмотрим. И вот эти свои белые сандалики тоже постираю, хотя я их хотела выбросить еще, когда лето закончилось, а, кажется, не выбросила. Ну, ладно, сейчас уже тепло будет, посмотрим. Короче, вот так вот они выглядят. Посмотрим, как будет выглядеть после того, как я в стиралке постираю. Сейчас, когда загружала машинку, думала, мне со шнурками постирать или без шнурков. Обычно я шнурки всегда снимаю и вручную их хорошенечко стираю. Но один раз я постирала со шнурками, и тоже нормально все выглядело, отлично. И я думала, снять мне, не снять, а потом думаю, вспомнила, у меня же в комплекте шли вторые шнурки. Я еще тогда подумала, блин, ну я же не буду постоянно там перевязывать, зачем они мне нужны. И я не была уверена, мне казалось, что я их выбросила, эти шнурки. Я такая думаю, ну ладно, на свой страх и риск сейчас сниму эти шнурки. Если что, потом придется перевязать. Короче, вот эти вот белые шнурки выглядят вот так. Вот вы видите, да? Достаточно грязные, учитывая, какая у нас грязина на улице. И такая, иду в то место, где у меня обычно они в шкафу лежали, эти шнурки. И думаю, хоть бы я их не выбросила. И я их не выбросила, вот, только они мне розового цвета, но зато будет какое-то разнообразие. Вот и пригодились, как говорится, шнурочки мои. Я поношу эти кроссовки, наверное, ну, сейчас, если они хорошо будут выглядеть до сих пор после стирки, ну, еще пару месяцев, наверное, а к весне возьму что-нибудь новенькое. Просто вот они прям мега удобные, мне нравятся. У меня много хороших кроссовок, но просто те... Не, знаете, нога в них ощущается все равно вот по-другому. Вот здесь вот надел, забыл и пошел, что ты вообще в обуви. Такое ощущение, как будто ты ходишь в настолько комфортной обуви, что ты про нее забываешь.
Цветочки вот у меня здесь стоят. Я думаю, может быть, для настроения на мой столик поставить. Вот сюда. Просто у меня здесь постоянно столько всего. И мои рабочие штативы, и пауэрбэнки, и зеркало мое. Поэтому не знаю. Напишите в комментариях, вы любите, когда вам дарят цветы? Вы вообще цветы любите? Вот я понимаю, что это очень красиво, да? Все так шикарно. Но потом я понимаю, что они просто погибают, и все. Цветы красивые только когда они растут и цветут. А потом они постоят недельку, да, и то это повезет, если в квартире воздух не такой сухой. Вот постоят недельку, потом же их выбрасывать. Это же жалко так. Вот так вот пусть стоят. Прям здесь посередине, пока красивые. У меня есть еще вот такие специальные салфетки для экранов и мониторов. И вот ими я и протираю свой MacBook. Правда, не так часто. Я вообще, знаете, ну, относительно неаккуратно, можно сказать, пользуюсь. Хотя я берегу на царапины так и так далее, да, вот такие вот вещи. То есть аккуратно все. Либо я просто, если это, допустим, телефон, сама могу разбить его, да, вдребезги. Ну, а в целом, вот именно чтобы пыль протереть, почему-то как-то руки всегда вот не доходят. Не знаю, почему так это происходит. Просто, например, Вики не лень, да, взять и протереть там все. А я вот только как вспомню, только тогда вот могу. Или под определенное настроение все протереть. А так нет. Ну вот, пока прибирала, уже постирались мои кроссовки и сандалики. Сандалики очень хорошо отстирались, прям как новые. Не зря я их постирала, а то бы выбросила и все. А вот что касается кроссовок, то в принципе неплохо, конечно, вот это можно было бы дочистить еще немного, но я этого делать не буду, и так хорошо. Здесь вот эта вот часть уже сама по себе немножко пожелтела. Ну и плюс ко всему текстиль, конечно, так себе, однозначно нужно кроссовки эти обновлять. Но в целом неплохо, то есть ходить можно еще чуть-чуть, до тех пор, пока не подберу себе другую модель какую-нибудь. Зайка тут проснулась. Вчера кто тесто разминала, оставила здесь. Да не высохла. Не высохла? Ты сама завязала, да, себе хвостик уже? Да. Вот, Каролина уже научилась сама себе волосы собирать. Уже большая совсем стала. Телефоном пользуется здесь, сидит, что-то снимает, видимо. Маша теперь забрала бабушкин айфон. И вот сидит, им пользуется. Мы ей заказали чехлы новые. Только вот не знаем, когда они придут. Сейчас посылки очень долго идут. Прям до невозможности долго. Разбирала еще сейчас свои линзы. И, в общем, решила выбросить. Уже срок годности прошел эти линзы цвета, знаете, неба. А здесь у меня BTS линзы. Вот эти вот достаточно дорого стоили, BTS. Потому что, ну, во-первых, это BTS. А во-вторых, там эксклюзивные просто цвета были. Очень хорошие, но жалко, что они... Быстро срок годности у них проходит. А на линзах лучше не экономить. Я на батарею поставила на ночь кроссовки. И вот они уже высохли. Я думаю, вы поняли, что этот влог состоит у меня из двух дней. И сейчас буду надевать сюда эти как шнурки. Посмотрим, как будут смотреться кроссы. В общем, сегодня нашла свои другие кроссовки. Оказывается, у меня есть еще одни кроссовки, в которых я могу ходить. Достаточно новые они. Adidas. И пока с покупкой не определюсь, буду их носить. Вот и все. В принципе, нормально выглядит. Каролина пришла со школы. И сегодня она решила пойти в платье. Если вы помните, платье мы покупали чуть-чуть на размер побольше. И вот она его не носила, потому что она не любит колготки. А сегодня что-то решила надеть. Запарилась, говорит, с колготками, но пошла в платье. Вот. И оно теперь ей как раз. Да, тюльпанчики твои раскрылись, да? Мама, а как они раскрытыми выглядят? Нет, они совсем так не раскрываются. Просто вот бутончики вот так вот. Почему они совсем красивые? Это искусственные сорта. Очень красивые. А почему они вот так вот не распускаются? Ну, они так не распускаются. Тюльпаны этим и отличаются, что они такие, чик, как стаканчики, поняла? Как юбочки. Ну-ка, встань-ка. Я хочу посмотреть, как на тебе платье смотрится.
Уже все изляпанное. Ну, толком она его не носила? Ну почему они так слегка? Нормально. Ненавижу мы тогда тюльпаны. Каролина у нас немножко выросла. Давай, вставай. Поправилась. Очень хорошо в последнее время кушает. Повернись. Летом, помните, она какая худенькая была в Турции, когда в купальнике ходила? Такая вообще тощая-тощая была. А, зайчонок? А сейчас будем мы примерять. Я чуть не помещалась в маленькую дырку. Да, сейчас будем примерять одежду. Нет, моё самое худшее! Почему? Если что-то маленькое, то придется выбрасывать уже. Вот это уже тряпка. Почему? Попробуй. Это хорошая юбочка, ну, давай примерь. Это хорошая, дорогая юбка. Ткань какая, смотри. И гладить ее не надо. Да. Красивая. Давай, идем. И сейчас модная такая. Вот это платье сними, у тебя там футболочка. Давай, померь. Вот это тоже. Наверное, все дети так приходят со школы и просто падают. Она же с работы пришла. А, вот. Ну, чем это плохо, что сзади, видите, нужно расстегивать. Вот, смотрите, как смотрится юбочка. Хорошо, конечно, смотрится, но ты так выросла, вытянулась. Прям вообще. Юбочка прям классная. Мы ее в Корее покупали, плиссированную, специально ездили. Она мне так нравилась. Ну, вот здесь вот чуть-чуть. Тебе не жмет? Жмет. Жмет? Если жмет, то нужно выбросить. Жмет или нет? А? Ну, коротковатая такая стала. Но так прикольно смотрится. Ой, ты, моя доченька подросла уже совсем. А то была худенькая такая, вся худенькая. Да, вот это попробуй. Иди давай другую примерь. Это должна как-то еще носиться. Давай. Посмотрим. Но эта юбка у нее этот... Танцевальная. Да. Когда Каролина на танцы ходила. Я еще хочу еще раз на танцы, потому что мне танцы сильно понравились. Ну, теперь ты уже будешь ходить на более серьезные танцы. Я решила, что со второго класса ты будешь ходить. После летних каникул будешь ходить. Да. Ну-ка, покажись. Вот это она нормально. Даже да. Вот ты сможешь сейчас весной, в принципе, на улицу носить. На улицу? Кататься будет. Ой, понятно. Ну ничего, потом прогладим. Идем вот это померить. Стой, вот эту оставляем юбочку. Да. Ты ее просто правильно надень. Вот так. Ничего, ее вот так одеть? Не так! Иди давай дальше примеряй. А вот это попробуй, если маленький тоже. Ну это костюм летучей мыши на Хэллоуин. Каролине заказывали. Нет, он мне еще как раз... Как раз тогда я его оставлю. Она его часто надевает и этот вампира перевоплощается. Блин. Что? Это юбка-шорты, поэтому смотри, там ноги в разные. Это юбка-шорты, очень красивые. Мы в Корее тоже покупали, но в тот момент я Каролине очень много купила одежды, что она не успевала ее носить. И эти юбка-шорты она всего лишь пару раз надевала. Ну-ка, повернись сюда. Ты слишком натянула, мне кажется. Это ты не слишком натянула. Но вот здесь узковато, да? Тебе узко? Узко. То есть ты это не будешь носить? Я только пришла, даже руки не успела помыть, и вы мне уже. Почти новые вещи придется выбросить. Ну ладно, теперь не буду столько покупать. Растет очень быстро, Каролина. На, вот это попробуй. Потому что много жира. Это на физкультуру можно. Ну-ка, вот, шортики на физкультуру. Это защитные шорты? Да, это защитные шорты. Их оставь. Да? Давай тоже померь. Померь. Это Каролине мы покупали шортики защитные, так как она уже большая. В Корее вообще все девочки носят защитные шорты. Зачем? Ну, юбка вот так от ветра задерется, а у тебя там шортики. Да, чтобы ты тем более любишь кататься. Это, футболочку потом снимешь? Каролине понравились эти шортики защитные. Она в них заново влюбилась. И будет, говорит, дома носить. А так Каролина у нас дома вообще без одежды ходит. Мама, это секрет! Ну ты у нас настолько закаленная. Поэтому купили крутые трусики. Ну, заяц. Трусики «Холодное сердце», да, купили тебе? Нет, в этот раз пони, а на «Холодное сердце» это дома взять. Ну-ка, дай-ка мне вот эти шорты. Жалко, блин, они... Нравите, да? Да, достаточно дорого стоили, и они еще такие прикольные. Лере отойдем. Так Лера такой же размер носит, и у нее есть точно такие точно же шорты. Такие, да.
Потому что мы вместе ходили на шопинг. Знаешь что, Каролина, у тебя там много футболок. У нас даже нету, шорты, в принципе, конечно, знакомых, да, кто, у кого маленькие дети, чтобы можно было... Ой, да выкинем на помойку все. Ты иди давай, заяц, руки мой. Вот еще одна кофточка у Каролины. Та-дам! Тоже стало маловато. Кстати, сегодня был дождь. Каролина пошла со своим зонтиком. Такой у нее Хотя зонтик. Его и не использовала. Почему? Потому что папа мне не дал. Ну, потому что ты на самокате же поехала в школу, нет? Я могу на я могу держать и на самокате вот так вот. Ага, и тебе так кажется. Вот! Ну давай, снимай уже все. Вот смотрите, вот. Да не получится так. Это что такое? У Каролины недавно на айпаде сломалась кнопка. Бабушка сходила, починила эту кнопку. Потом нужно будет Каролине айпад поменять на новый. Но она айпадом редко пользуется, поэтому... Нет, я часто пользуюсь. Часто? Че, новый айпад тебе покупать? Ой, ты какая стала у нас, а? Какая ты уже большая, повзрослевшая. Мама, напишите в комментариях, вы заметили, что Каролина подросла или нет? Мама, я хочу себе iPad новый, который кнопки. Какие iPad кнопки? iPad-компьютер. А, ну с клавиатурой. Это клавиатура просто отдельно продается, и все к любому iPad, в принципе. Значит... Мири, а завтра ты что пойдешь? Жалейте! А, это... Сменку, кроссовки, да? Да. Хорошо. Эти я так. Каролине на 8 марта, ну, девочкам подарили вот такие вот блокнотики. Слушай, у тебя столько мама, папа, баба Лера. Ты молодец. И ручку. Мама, тебе интересно? А откуда у тебя желтый цвет был? У тебя, если тебе одну ручку только подарили. Потому что я сначала, у меня сначала было желтое, потом я хотела поменяться. Вот и поменяла. Mm. Кстати, они светятся. Ну да, неоновые. Буду заканчивать на этом влог, так что обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите предыдущие влоги. И всем удачи, и всем пока-пока.